крикнуть. А ты можешь где-нибудь вот там нахуй, чтобы я помучился, поебался сейчас немножко. Ты опять на рыбе? Вот, товарищ, до чего дошел. Петрович разговаривает с рыбой. Говорит, ты больше нет, не заплавливаешь. Мне не обловишь. А пробовал отпустить удочку? О, чтобы лесочка не была натянута. Спасибо брату Сереге. Спасибо, Серега. Леска упустил, а тот тебя цепил, за борт упустил, да. Вот видишь, если бы ты Серега Петрович. Один этот отбил, как его. А поцеловать будешь этого педераста целовать? Один пацак отбил, блядь, остался еще. Ну-ка. Матросик этого. И французский моряк, и английский матрос. Не надо. Нет, надо щупку дать. Утро начинается. Петрович, ты будешь с ним целоваться или нет? Нет. Это ты не будешь. Он ему не нравится. Ну, блин, глаза красные. Показал, как надо. Борис, вот, ударил вот тут. Нормально, это тоже задокументировано. Блять, я тебя, сука, заебу. Так, ну, теперь надо, блять, пинцет брать, нахуй. А он есть у меня, здесь, есть? Да. Мои там были, пинцеты здесь. Да, здесь они. Вот так вот, блядь, вот так. Ебанечка ты мой, блядь. Кубана. Хорошенький, блядь. Ну давай, дощупа. Блядь, наконец-то, нахуй, ёб твою мать, блядь. Без напоминаний. А мне и в прошлый раз не напомнили, не надо. Так, а мне, за щуку-то, мне. Ну дай. Легким движением руки, брюки, крепкие.